Ребята, что я для вас нашел? Короче говоря, канал парня, который снимает ролики по Don't Starve. Ну, там не только Don't Starve, но Don't Starve в последнее время преобладает. Действительно, хорошие ролики. Там не только летсплеи и стримы. Парень делает гайдики, различные топики. А я думаю, заслуживает внимания. Ребят, ссылочка в описании. Давайте подписываемся, не ленимся. Парень только начинает развиваться. Давайте поможем же ему, а? И, кстати, по секрету, там скоро будет розыгрыш Тугезера. Всем небо огнелагом и не голодающие друзья! Мы говорили уже о разных вещах, связанных с Don't Starve. Мы делали ролики об абсурдной еде, о нереализованных персонажах и даже о бесполезных вещах. Но сегодня речь пойдет о том, за что я не люблю неголодайку, ибо в ней присутствует то, что меня раздражает, а иногда из-за этих вещей, ну, у меня просто горит седалище. Вашему вниманию предоставляется список вещей, что просто меня бесит в этой игре. И тут неважно, кораблекрушение это или Тугезер. Предупреждаю, это не топ. Я серьезно, вот вы видите, как я уже бешусь, что меня это бесит. Давайте начнем с чего-то легкого, что раздражает меня, но, наверное, меньше всего. Я не люблю рыбалку в Don't Starve. Ее не сравнить с настоящей. На настоящих я был не раз, и вы знаете, вот эта монотонность, она даже местами придает какой-то кайф, что ли. Но вот в неголодайке это просто пытка какая-то. Сидишь, тыкаешь в одну точку до такого состояния, что удочка начинает двоиться. Долго так сидишь, а потом ура, начинает клевать, и ты просто мист-клик. Просто... Еще и это невозмутимое лицо персонажа после того, как у тебя ничего не получилось. Номер два — это пенчайки. Не, ну вы посмотрите на этих высокомерных говнюков. Во-первых, я вечно пугаюсь, когда они выпрыгивают. Вот это специально, что ли? Проверка, насколько я пуганый? Потом ходят вальяжно, как будто сама Чарли у них на побегушках. Ладно, идите, вас никто не держит, валите прочь. Так нет, они еще и напасть просто так могут. Забьют и имени не спросят. И вот на кой им яйца? Они мне их не отдают, а после змеи приходишь, а они там все сгнившие. Жадные редиски, капец. Пчелы, о да, номер три это пчелы. Эти желтые, желозадые мохнатыши просто так не дадут пройти никому, особенно весной. Как навалится кучей и бегай потом, агри их сородичей по всей округе. А убей их, дадут жало. Вот на кой мне жало, зачем оно мне? Бесит, когда просто так вот идешь по миру и валяется куча просто жал. Массово их не применишь, так штучно только. Да и в Тугезере вечно кто-нибудь забредет в пчелиный биом и умрет там сначала в лагах от количества пчел, а потом от тех самых пчел. Приходишь его потом резать, а там пчелы над его трупом издеваются такие. Чуть ли не в глазницы насилуют. Бесит. Вот как кого, а меня еще подбешивают люди с факелом на базе. У меня прям инстинкт срабатывает. Вижу человека на базе, у которого в руке факел, прям кикнуть хочется с сервера. Кто его знает, что у него там на уме, а подпалит все. Потом откат делает, если все сгорит. Бесит такие, не ходите по моей базе с факелом. Ну и напоследок, вы, наверное, знаете, что меня бесит больше всего в этой игре. О да, эта хрень мне сломала однажды даже одно из прохождений еще в первом сезоне. Да, я тебе говорю, Мандрагора. Как же она неприятно пищит, это просто невыносимо. Пожалуйста, убейте ее, кто-нибудь, убейте. Еще тварь вечно же убегает. А, ненавижу. Ладно, ладно, все. Я бы мог сюда еще вписать кричащих бесполезных питомцев, чьи хозяева вечно не кормят их, и те орут потом похлеще мандрагоры. Еще меня Честер бесит. Вот честно, не знаю почему, но я его с собой не беру. Он вечно наагрит кучу, потом бегает с мобами, а дома сидит как сундук, бесполезный практически. Так и хочется подойти, пнуть его, сказать, иди что-нибудь найди мне. Еще бесит, когда кто-нибудь мимо научной машины бегает постоянно с подарком. И постоянно вызывает его, вызывает, вызывает. Да, много чего бесит. Но, знаете, тем не менее, я люблю Don't Starve. Ну, а вы напишите в комментариях, один ли я такой, кого столько вещей бесит в неголодайке. Я бы почитал в комментариях, вы знаете. Было бы интересно. С вами был я, Жека Дрожжа. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.